Я уже 2 месяца хожу, и никто ничего. Секундочку, если вам здесь не помогают, вы можете подойти в отдел. Я хочу сейчас пойти, если мне сегодня не помог, я пойду в прокуратуру. Какой отдел можем мы подойти? Отдел защиты прав потребителей городской. Никто мы помогаем ничего не мешает. Это где такой отдел? Девушка, объясните нам, пожалуйста, где такой отдел? В октябре 2013 года в городе Уфе стартовал конкурс за знак доверия потребителей 2014 года среди управляющих жилищных хозяйств города и ТСЖ. Первый этап начался в ноябре и продолжался по февраль 2014 года. Это был опрос анкетирования среди населения города Уфы. Мы раздавали анкеты с вопросами, и каждый отвечал. Вопросы были такого рода: как осуществляется уборка подъезда, вывоз мусора. Второй этап проходит уже непосредственно на базе УЖХ. Мы выезжаем в составе рабочей бригады. Значит, не только наш отдел, но и УЖХ города, общественность. Мы, во-первых, смотрим, как ведется работа с обращениями граждан, как выполняются заявки граждан, своевременно ли, выполняются ли они. Мы сейчас пройдем в диспетчерскую и будем просматривать журнал заявок. Что там по исполнению? По исполнению что? По исполнению расписки нет. Мы тут передаем, расписки нет. То есть... Обратно этого самого отчета нет, да? Нет. Вот там отметь. Кольцевая 144. 144, она берет кольцевая. А? Замерзла канализация на выходе в Ковылец. Скажите, вы житель этого дома, да? Да. У вас есть какие-нибудь претензии? Нет. К ЖЭУ. ЖЭУ вашему. ЖЭУ хорошо относится вообще? Заявки выполняют вашему? Нормально. У нас, знаете, и в стране, и в более мелком масштабе, в нашем городе, в нашем районе, там, скажем, и так, в наших дворах, все вроде бы делается, медленно делается, и все не доделывается. Но это зависит, вы знаете, ведь от всех, это зависит от ЖЭУ, это зависит от управляющей компании и от каждого из нас. И если люди понимают свою квартиру, только ограничиваясь вот этими дверями, в которые они входят, не видя то, что происходит в общем коридоре, на лестнице, в лифте, спокойно бросают окурки на газон, зон, в котором нам, людям старшего возраста, приходится потом разводить цветы и так далее. Ну, о чем говорить? Так же вот и с компаниями, и с ЖЭУ.